Новабудоўлі працягваюць з'яўляцца ў розных раёнах Гомеля. Попыт на новыя кватэры не змяншаецца, а значыць, забудоўшчыкам трэба імкнуцца задаволіць патрэбы насельніцтва ў вырашэнні жыллёвых пытанняў. У апошні час дамы пачалі ўзводзіць з арыгінальнымі рашэннямі. Марына Север'янова разам са спецыялістам управлення капітальнага будаўніцтва горада Гомеля наведала некалькі дамоў і будаўнічых пляцовак. Едем на Волотовскую улицу. У этой новой шматповерховцы, от якой до палацева парковага ансамблю усяго некалькі хвилин ходьбы, можно поспеть набыть кватеру. Есть некалькі. Мы предлагаем в новом доме двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, готовые для продажи на аукционе. Это новая форма у нас такая продажи. Только в этом году, да, начали работать через аукцион? Да, дом расположен в квартале улиц Волотовская, Сожская. Очень тихое, спокойное место. Но в то же время центр города. Центр города. В близкой доступности есть все. Школы, магазины, поликлиника. А также самая основная достопримечательность города Гомеля – дворцово-парковый ансамбль. Кватэры ў гэтым доме з папулярнай сёння свабоднай планіроўкай. Двухкомнатная квартира со свободной планировкой. Люди могут свободно планировать все, как они хотят. Кухня объединена с гостиной. Очень широкий просторный балкон площадью почти 10 метров. Целая комната. Получается, из такого большого балкона. Но ведь, наверное, большие балконы – это тоже то, о чем мечтают люди. Вы же неспроста их делаете? Ну, конечно, это очень удобно. Здесь можно поставить все, что угодно. Стол, стулья. Две комнаты оборудовать, как хотите. Да? Там можно сделать какой-то кабинет или зону отдыха. Здесь как хозяйственную часть использовать. Да, здорово. Можно даже дверь, наверное, поставить, да, между... Ну, я бы поставила. З вуліцы Валатаўской едзем у Валатаву. Побач з новай школы, 21-й мікрараёне, 11-павярховы дом. Ён амаль заселены. Засталося некалькі аднапакаёвых кватэр. Какой потрясающий здесь вид из окна, особенно если у вас есть дети. Кстати, для детей предусмотрены замки на ручках окон. Угу. Ребенок открыть уже не сможет. А гэтая 18-павярховка будзе чакаць сваіх жыльцоў у наступным годзе. І калі кватэры ў папярэдніх дамах можна набыць з аукцыёна, то ў гэтым прадугледжана долевае будаўніцтва. Падрабязнасці глядзіце ў праграме «Вялікая будоўля» ў нядзелю 27 снежня ў 19:45 на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель». Марына Север'янова, Сергей Лукашук, Тэлерадыёкампанія «Гомель».